перископ майки .орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Я Нормич. Вы как сами? Трек не... Ну, целый диск сразу дропну. Когда созреет, пусть поправляется, да. Что сегодня, пятница? Такие делища. Кто что будет делать? Нет, я в Питере. Завтра у дочки дняра, иду за шариками. Как набрать аудиторию? Хороший вопрос. Я думаю, нормальный нужен материал. Хрен знает, сейчас даже не знаю, как набрать аудиторию. Потому что новостные ресурсы стали несостоятельными, копипейстят друг друга, ничего не генерируют. И таких типа фрешменов, но которые не на рейтингах, особо не публикуют. Новые треки, да? У меня-то нет с этим проблем. План на сегодня. Тесте сейчас поеду встречать, сейчас куплю шаров, чтобы с утра ей сделать сюрприз. Я? Да не замерз. Просто не люблю мерзнуть. Поэтому упаковался. Full suit of black. Мелкая. Кстати, хороший вопрос. Наверное, 12-го года, 6 лет. Что на студии? Стрельнет. Об этом я как-то не думаю, пишу чисто от души. Что по поводу истории с Лёхой думаю? Ну, история еще не завершена, поэтому еще финального мнения нет. Семейные движения, да, конечно. Это может пообщаться. Фух, в смысле может пообщаться? Она такие вещи травит. Я-то не знаю, откуда она это все берет. Да нет, морозы, наоборот, сейчас плюс. У нас, ну, это в Питере, когда плюс, холоднее, чем когда минус. Влажность ебучая, прям промозгла, поэтому одеваюсь так полностью. О, ну. Индиго, наверное, уже такого даже и понятия нету. Дети уже изначально как бы бащ предов. Ну, ух ты, снег, это нормально, неудивительно. Ну, про Лёху много шума, я думаю, это
из первоисточников надо узнавать, потому что я вообще в Питере. Тогда я был, да, но ничего сказать не могу. Подождем развязочки. Я люблю пешком ходить. Я еще сегодня наездился и уже наездился. Но мне недалеко. Тут больше разворачиваться, парковаться, чем дойти. Я уже вон пришел. Кто с Кирова? Нет, я не с Кирова. Жена с Кирова. Крым, ништяк. Я не на гражданке. Что мне там на гражданке делать? Я вон. На дыбчиках. Мне Дерек Роуз изначально всегда импонировал. В Краснодаре нет, пока не планируется. С какой Вологды? То я не с Вологды совсем. Евреечка, жена. Что за бред, нет? Что, в Кирове есть евреи? Я думаю, это Вятка же, наоборот, исконно такое. Славянское поселение. Нет, не евреечка, русскенькая. Муром, ну ты вспомнил, я уж не помню, что там Муром. Ну, прям, чтоб порадовал. Да, в Кирове красивые девушки, это верно. Артист, ведешься как обычный парнишка. Да, что, артистизм, он дает право себя как-то херово вести, что ли. Кем бы ты ни работал, нужно изначально быть нормальным человеком. Я нормич, нормич, спасибо. Шароеблюсь по району. Иду покупать шарики на дняру, дочке завтра 6 лет. Переехать в Москву хотеть не вредно, но я жил в Москве, когда учился 2 года. Пацаны копят на Рено, выйдет, когда и альбом. Калининград, привет. Староскол, спасибо за счастье семье и твоей тоже. На кого учился? Учился в институте печати и кино и телевидение на инженера. В Уфе ни разу не был. Сейчас я в Питере. А Питер лучше, чем Москва, ну везде свои плюсы. На то они разные города. Казань, он тоже ничего так. Какому еще шпеку? Я не знаю такого человека. С папой Юдом. Ну, это тоже про взаимодействие с другими людьми. Не все же от меня зависит. Ну, Кронштадт, привет. С Бангзилой, да, на коннекте. Над песней про погоду, конечно, это было, мягко говоря, не очень. Питер красивый, да. Здорово, Диман, здорово, Солыч. Как телетрюк? Ну чё, Кирюха? Знакомый, чё он? Чё я скажу, что он мне плохо, что ли? Кирюха есть Кирюха. Здорово, Тоха. Юг не хочешь посетить? Да сейчас. На юге тоже холодно. Салют, большевиков. А что ты спрашиваешь? Наверное, что ты спрашиваешь? Такое неинтересное.
еще не работает. Что там Гуф? Говорит, ты его сдал? Нет, не говорит он так. Куда бы я его сдал? Он что, сдат куда-то? Здорово, Диман. Рэп хуй его знает. Красноярск, здорово. Барков, не знаю, что это. Так, будут найти мне шары. Ладно, буду заниматься делами. Покедова.